База или данж? Да, нет, базу так красить никто не будет. Да ладно тебе, это что, мой данж, что ли? В смысле твой? Ну я ж тоже данж делал. 300 XP. Огненная, огневая точка. Че, они даже не стреляют? Глючат. Молчи. Пользуюсь багами. То есть это моя огневая точка, я охренею ее колбасить. Пусть глючит, ради бога. Ну да. Я что, против, что ли? А такого боемиру, да, это мой данжик. Немного Серега его, походу, под виды изменил, но в нем довольно-таки много всего вкусного должно. Такс. Да, Серёж, ты умеешь видоизменить данжики. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Турель сверху, сядь обратно. Понял. Там две еще слева. Я же говорю, немного их подвидоизменил. Там еще одна турелька. Глазастенький. Так, на верхний этаж или на нижний пердолить? Не, на верхнем здесь нету. Не, ну здесь он турели сократил, потому что здесь турели были. Вот здесь одна, вот здесь вторая, вот здесь третья. Там ну, еще. Это, короче, как в арке, все, я понял. Арковский тот там по 50 тысяч турелей, я понял, все. Так. Здесь будь предельно осторожен. Здесь очень много всяких секретов. Ну вот Серега его сделал админским. Правда, сказал бы я, неодиваемые руды 999. Как ты их вообще лутаешь? Прицел. И что, я не могу? Ну, подходишь к стене, нажимаешь прицел, смотришь. Я понял. Мы бога юзим. Так. А тут Дрейка. Кто? Снайперки. У тебя патронов-то хватит? Да, я 1000 взял. Будь аккуратнее, очень сильно аккуратнее. Такс. Так, Дрейка, подожди. Она не открывается. Внутри могут быть большие турели. Внутри может быть все. Еще одну дверь, что ли? Нет. Он так ломает. Козёл. Почему я покинул? Так, отхиливаюсь. Я тебе спину прикрою. Так, турелька. Турелька.
Здесь очень много респилов, будь аккуратней. Так, турельку готова. Что там дальше чисто? Так. Что тут в ящичках? Так, эти решетки не сбить. Ну, правильно все. Ах, Серёг, Серёга. О, фиолетовый топчик. Так, нехило, нехило руды. Я там что-нибудь с руды попалось? Ну, за скозьевый слиток и РС тёмовый слиток. Сколько? 250 штук. Нормально. Я тут пытаюсь забагаюзить. О, два стака железа, неплохо. Здесь чегось? О, пентоксид очищенный, 300 штук, нормально. Я не помню, в этом лазил или нет. Тоже не разрушить, это тоже не разрушить. Не, Серега, мои постройки зря сделал. Так, силикон, промитий, магний. Да нифига он тут понапихал. Он точно не стеснялся. Так, здесь у нас что? Ага, ядро админ. Интересно, хоть с помощью админки проверял мой дан, что здесь в скрытых помещениях хреново тут его тьма. Ладно. Так, здесь генераторы, здесь ничего нету. Здесь уже генераторы. Генераторы, так, это еще получается и все, да? Значит, это в другом данже разновидности было. Ну да ладно. Так, ну что, поперлись вниз тогда. Куда вниз? Здесь титалип должен быть. Здесь где-то должен быть лифт. Спрятаны при этом-то. Не помню где. И здесь. Че, нашел? Нет, посмотрел его. Так, стопы. А куда лифт делся? Да, ладно. Хорошо, давай предположим, Серега что-то здесь изменил. Что мы попали в одно помещение, надо нам другое. Давай поднимемся, блин, что еще можно сказать. Второго лифта здесь нету. Правильно. Сейчас, погоди, постой наверху, я тут пролечусь понизу. Я догнать не могу. Какую версию он данже взял? А. Так, ну здесь еще внизу, конечно, точки. Пошли внизу, точки очистим. Здесь. Будем искать, он, походу, ход переделал. Давайте. Ой, здесь приключений, чувствую, будет многовато. Короче, тут еще и наверху отсеки есть. Ой, блин.
На крышу забирайся. Здесь дофига всего. Так, стой. Так, аккуратнее. Здесь есть довольно много респилок. Да половина не работает, что-то. Так, тут мотор 124, кстати. Блин! Блин, как они меня бесят, когда сюда разбивают. Это при полной фуловой броне. Так, а вот теперь надо посмотреть, смогу ли я вообще туда забраться. Стальная пластина, 124 штуки. Кого? Стальная пластина. Стальная пластина, да. Ох, ёптить. Ой, здесь жарко. Он должен был закопан быть в землю. Серьезно, какие-то пулеметчики. Ты видел, что тут внизу творится? Ой, божечки ты мой. Ну, сейчас попробую запрыгнуть, конечно. Но нет, на такую высоту я никак не запрыгну. Можешь за мной как-нибудь, блин, спуститься? Так, тут надо как-то придумать тогда запасной вариант, если вместе сдохнем. Привет, ребят. Эй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Здорово, парни! Не тут, сразу вниз сажайся, воздай лево или вправо. Там, блин, народу тьма сидит. Поднимайся. Ну ты сел, да? Вот. Да? Я уже в ней сижу, да. Ну ты, блин, хоть бы убрал за собой, а. Я понимаю, конечно, я хреновый летчик, но все ж таки. Да-да-да-да. Видно, я очень плохой летчик, слушай. Сколько здесь какого разнообразия. Я тут всех появлю. Угу. Сейчас надо посмотреть на скрытые контейнеры. Ой, подожди, ты же вышел. Нет, ну все правильно. Надо посмотреть на скрытые контейнеры, я не помню, где они здесь, блин. Здесь столько всего напихано было мной. Тут данж, вот, который был большой, у меня, может, посмотреть по прохождению, там я его проходил, мы с парнями его проходили, это просто звездец какой-то. Остальные пластины мог бы и не брать, толку от них мало, честно. Да я взял вообще все там. Вот еду, таблетки с этих чувачков не взял, ай-яй-яй. Я с этих чувачков вообще не взял. Зря. Патрончики. То есть я нашел нанотрубки, стеклянные панели, остальные кости. Ну, нанотрубки-то бесполезный хлам с панелями. Так, здесь входа нету. Все. Погоди-ка, дай-ка я посмотрю, побегаю. Блин, что тут они намутили? Погоди-ка, погоди. Что-то где-то здесь не так. Что-то здесь где-то не так. Серега, походу, то, что перевел это здание под админку, возможно, и сломал мою задумку. Тоже, знаешь... Да не под админку подделывать, это надо все переделывать. Попробуй где тут лифт найти. Да подлетело. Ты говоришь? Да его, по-моему, нигде нет.
А лифты здесь есть. Ну, надо вниз, но... Да, блин, я вот... Я, короче, упал по случайке вниз. Сейчас я тебя подберу. Проверю, где здесь лифт должен быть. Там аккуратнее внизу, кстати. На этих чувачках они могут вылезти, там много респилок. Раньше нельзя просто было сделать так, что вот эти вот парни... Да уж, как тут вниз пробраться, так. Ты там как, нормально держишься? Я там всех перебью. Там 4 таких отсека. Ну я в одном пока. Ну вот там внизу вот чувачки стоят. Довольно много. А, так они в этой промежности стоят. Я понял. Они там промежности тусуют, но это не столь важно. Так, здесь я лифт пока не наблюдаю. Где же он? Так, пока я на паузу. О, я тебе таблетки от желудка нашел. Там был, походу, одни и те же ресурсы. Походу. А, магнитные сердечники, шурумбум, да? Да. Могу понять. Погоди-ка, а если так посмотреть на это здание, это чё? Это первая версия, что ли, самая? Я чё-то как-то не догоняю. Погоди-ка, если это реально первая версия данжа... А, Олег, так это первая версия моего данжа, это МК-1 вообще. Там у меня ещё был МК-6. Ну да, это полная копия данжа. Короче, полетели далее. Там все собрал. Да. А куда дальше? По планете искать новые данжи. Ты говоришь, тут 4 штуки, я только 2 что-то нашел. А, ну таких проходов они везде одинаковые, симметричные. Что у нас здесь такое? Я вот не могу понять, чего там за сопка. Это нестандартное строение, если честно. Это база чья-то, что ли? Огневая точка. Это твоё. Да, хрен узнает. А где тут турель, где что? Не знаю. Вообще не коцается. Коцается. То ли кто-то здесь был, то ли здесь никого не было. Чего у нас здесь? Пустой контейнер. Пустой? С другой стороны, что ли, заглянули? А, ну да. С другой стороны дырка была. Ну ладно, постреляли. Полетели далее. Изучать планетку. Кто-то здесь явно был. А тут такое ощущение, будто нетронутое. Девственное. Что-то я тут не наблюдать. Проверим.
Да не догоняю я. Чисто. Нигде не вскрыто. Да-да-да, я понял. Ни хрена себе тут боеприпасов и энергии. Лихо. Так, где-то я еще одну точку находил. Так, вот буквально получается, это перед нами подчистили. Где же ты, маленькая? Где же ты? Это еще одна была огневая точка. Сейчас мы их найдем. А чего они так охраняют-то, интересно, в одном секторе? Да, не получается, охраняют один сектор. Любопытно. Здравствуйте, дяденька. Так, а что в мужичках есть? Мужичков осматривай обязательно, у них могут быть аптечки. Ну, редко попадается. Вот горячий напиток, к примеру, это очень необходимая вещь для сухпайков. Хороших. Ух, ни хрена он тут напихал. Богато. Что турели не работают, конечно, это голяк. Это да. Свои косяки, как бы. Есть, но я более новых версий не вижу там же, вот в чем проблема. Их 6 версий было. Блин, начали респиться. Так, там еще должны двое отреспиться, как минимум. Нет. Любопытно. Да, с запозданием данс что-то прогружается. Ну да, тут довольно-таки много для именно постройки всякого разного материалов. Не, кстати, вот овощные консервы, вот хп то, что пополняют, это довольно-таки неплохо. Надо их больше замутить. Мини-аптечки. Растительного происхождения. Ты уже там все зачистил? Да, сейчас я там все зачистил. Мазь от геморроя не взял, почему? Я не беру эти мази. А, ты же у нас еще молодой. Ничего, ничего. Стой. Все, приехали. Так.
Не забывай, там турельки где-то. Одну снял. Вторую тоже. Так, здесь у нас что? Какая? Неодимовая руда. Сати, неоди, это неплохо все. Здесь ты неоди нашел, да? Неодимовая какая-то там руда. А, нормально, нормально, это хорошая руда. Так. Надо выложиться. Надо выложиться. Так, погоди, а что у меня тут кислорода нету вдруг? Тут нельзя дышать. Это понятно, в корабле я имею в виду. Эти компьютеры, все остальное, это можно в крайнем случае запиндюрить на продажу и не парить себе голову. Так, шкаф амуниции. Вообще-то это у нас МСПС. Я на мелкий корабль шкаф амуниции взял. О, ладно. Тарарам. Живой? Где они там? Ой, ну, мало еще пока. Лево, справа. Лево. Четверых загасил. Сейчас, погоди, помогу. Горячие напитки у них обязательно забираю. Очень, блин, зараза, ценная вещь. Пригодится. А мазь от геморроя, ну, не знаю. По-моему, пригодится тоже. В крайнем случае, можно продать. Не успел отреспиться. Ай-яй-яй, какая беда. Так, а ну-ка взглянем, что у нас тутово. Железо, оно, ну, не одинаковое. Вообще-то вот, если так уж посудить, лучше вместо тех рудных шахт, которые Серега делал, ну, тогда вот эти вот данжи поставить и голову не парить. Магниевая руда, прометиевая, кремниевая. Медь, кобальт. Там я золото. А там что было хоть? Сейчас поищу. А тут? Там то же самое, что и там. В том данже. Не, ну это понятно, а в том данже что было, думаешь, помню? РС том и Заскози. А, Заскози. Короче, красный и зеленая шняга, называй как-то так. Я там вроде все полутал. О, пентоксид. А, нет. Чины. Значит, я два залутал, два и ты. Нормально. Так, все. Значит, все залутали. Потому что я два залутал, получается, и ты два. Ну, три. Так, поперлись. Ну да, полезные данжики. Вот такие вот надо Сереге ставить вместо своих добывающих. Они хоть и красиво сделаны, но принципиально. Я что-то вчера по ним полетал, там руда как-то респится странно без оборонительных точек. Хочешь наверху пошататься? Пошли. Я с другого края пойду. Пластины стали. Обалденно нужный ресурс. Одного кусочка железа, если я не ошибаюсь, получается их 10. Так, здесь у нас потрошки. Батончики. Мотор. Сражаемся за один трупешник. Ладно, поперлись дальше, немного пролетимся. Маловато данжиков, маловато. Что ж,
Никого нету, к сожалению, Олег сейчас не может присутствовать. Ну, видимо, человек не ожидал то, что время на подготовку боевого корабля, любого, ну, занимает до 3 часов. Ну, да, а вы как думали, друзья? Чтобы этот корабль снарядить, я его поставил, потом вооружил турелями, потом настроил турели, пока патроны, пока то, пока сё. 3 часа ушло у меня. Ради того, чтобы слетать на это данжики. Ну, точнее, тут много их, но, в общем, называется данж. Я не знаю, вы называете пои, пулы, уже достало меня эти названия, называю правильно пои, да мне плевать, как это называется. Если честно, это мне интересно просто покромсать что-то. Как раз это что-то и найдем. Посмотрим, как себя в этот раз будут вести турели. Мне это очень интересно. Что в одиночке не придется такое делать. И как это правильно делать, это вопрос еще, блин, тот. Конечно, здесь опять все не поразобрали нафиг. Кстати говоря, вполне вероятно. Но. Какая милота. Они теперь стреляют без звука, просто тут в космосе. Очень прикольно. А, вру, это не прикольно. А, ну хоть взрывы слышны, когда по мне лупят. Спасибо хоть за это. Так, с управлением, конечно, здесь надо будет помонстрячиться. Я уже забыл, как тут управлять-то, ё-моё. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Чего-то у вас здесь, ребят, многовато. Блин, когда была настройка по ядру бить, это было немного попроще, я вам скажу, если честно. Это как-то все просто жестко обломно. Прикольно, конечно, но не очень. Реалистичность ядрить налево. Ничего это. Я вообще не могу понять, что здесь происходит. По мне вообще тут урон-то какой-то наносился или нет? Ха-ха. Забавный такой вопросик. Вроде бы да, вроде бы нет. Нифига непонятно. Но это, насколько я понял, уже все в Фидерзейн, да? Ну да, видимо. С этой покончено, значит, мне нужна другая. Ну, тут куда-то, конечно, то гасят турельки. Вопрос куда? Хороший вопрос. Особенно если не считать того, что здесь слишком всего много. По идее, должен сносить чисто турели на этом корабле. Но на среднем уровне держусь хорошо, как могу посудить. Это средний уровень. Тяжелым будет 4 раза ровно сложнее. Отлично. Отходим. Так, короче, надо по краям взять сначала эти базы. Здесь не вариант так с 4 сразу сражаться.
Для начала давай посмотрим, вот что с этой базой. Это вообще догнать не могу. И почему у меня гаубицы куда-то лупят, когда другие молчат. Ребята, у меня тут... Не откроете секрет. Тупые турели. Ну ладно. Эта скотина достает так, как хорошо. Уж я неплохо достаю до нее, странно как-то. Может, вы этого мелкого барана забьете, а? Так, они, по идее, должны сшибать турели. Но турели, блин, пушки корабля-то на раз-два должны сшибать. Что-то долго как-то мучаются с ними. Странно это как-то. Может, ядро нашел, ядро пытается спилить, но... Боже мой, что они там сделаны? С бетона, что ли? Не совсем понимаю. Да они там пытаются ударить. Но... Куда ты там долбишь-то? Может, так попроще будет? А, ну да. Не уж. Немного глупо и немного тупо. Конечно, по моему мнению, но все ж таки. Теперь я понимаю, почему космические данжи мало кто проходит. У них такая вакханалия творится, что это просто абзац. Ладно, полетели, попробуем сейчас. Хотя бы этот данжик как-то посмотреть. Не совсем я понимаю. Конкретно, чем тут можно им побаловаться. Так. Дай-ка амуницию проверю хоть. Это, конечно, прикольно все, но есть свои минусы. Я не могу понять, куда они там лупят. Ракеты у меня кончились. Прекрасно. Значит, делаем ракеты. Да, теперь космические базы так попробую атаковать. Хрен так получится. Прикольно. Это очень здорово. Нет. Это не здорово. Это просто тупо прикольно. Так, с ракеты, ракеты, ракеты. Ладно, попёрлись. Может, что-то интересное-то там всё-таки осталось. Хотя я что-то очень сомневаюсь. Скорее всего, всё расхреначено в ноль. Но вот как с данжами, конечно, воевать вот такого типа... Для меня будет пока на данный момент загадкой. Ксяри, конечно, сейчас в игру войдёт, у него будет сюрприз. Прилетел фиг знает куда.
Так, а вот теперь у меня конкретный вопрос. Оу. Так. Кто по мне здесь стрелял? Ого. Сандалит-то как лихо. Да уж, кажется, что-то где-то я подзабыл. К примеру, как играть. Ребят, вы что, реально попасть не можете? Я, конечно, извиняюсь, но я вообще ни хрена не вижу. Абсолютно. Чё? Красно все, хорошо. Охраны турели я не вижу. Ну, ладно. Да когда этот бред закончится? Вот обнова прошла сейчас недавно, и невозможно стало вообще нижние двигатели использовать. Чего они переделали опять? Ух, ёптыть. Блин, а меня заносит. Ага, милота. Ну не знаю, единственный способ, который я могу найти, это расхреначить вообще все. Понятно, что на космический данжи никто не летает. Они очень-очень стали сложными. Это прикольно. Это мне нравится. Это, пожалуй, единственное, что меня затягивает. Надо Сереге спросить, будут ли они, конечно, потом. Так, заполнить все. А теперь плюем на все и... Ну, что выставляем? Носим генераторы, выставляем на разрешение на снос генераторов. Я не знаю, что делать. Турели нафиг. Носим чисто только генераторы. Потому что я не в курсе, как тут дальше играть.